прекрасная стихия для рыбака это дом. При подготовке к путинию устанавливается морской ставной невод, готовятся переборочники, прорези, рыбнасос, щелевики. И после этого мы ждем разрешения на добычу рыбы, подходов лососевого стада, ну и после чего, собственно, происходит сама рыбалка. Короче, и громче не скажешь, мы кормим всю Россию рыбой, красной рыбой. Путини готовы.